вы на своем канале Инфам и Тинфам, и с вами Лена. Очередной февральский влог, я даже не знаю, успею его в феврале выставить или нет, так быстро проходит время, что я ничего не успеваю вообще, ужас какой-то. Кстати, меня спрашивали, как я все успеваю. Я ничего не успеваю, я хочу все успеть, но я не успеваю. И как-то, значит, если у меня время я выделяю на какое-то одно дело, значит, у меня что-то другое не сделано. Например, у меня не глажка, уже, наверное, месяц там все лежит. Хорошо, что у меня и мужа много вещей, и когда ему что-то надо, я, конечно, быстро ему проглаживаю, но глажку уже месяц как не делала. А если я там что-то другое делаю, значит, у меня кухня не сделана, она там в каком-то хаосе. То есть, ну, вот так вот как-то непонятно. Вчера целый день делала пельмени, так, да, так у меня на все остальное не хватило времени, зато были пельмени. Вот мой завтрак чемпиона. Как видите, у меня огромное количество фруктов, сухофруктов, орешки. И виднеется овсяная каша. Да, так, такой у меня завтрак обычно каждый день на неделе. Каша у меня всегда еще есть, мой, ну, что напиток кофейный из всяких злаков. Ну, конечно, кофе назвать невозможно, но такой напиток. И сейчас я наслаждаюсь, у меня тут YouTube, смотрю Катю Троль. Так что, пока у меня малышка там засыпает, есть возможность. Но, к сожалению, конечно же, так мой день редко начинается. Обычно я завтракаю рядом с малышкой. Как выглядела сумка, которую я подарила мужу. Вот она такая вот, черного цвета, кожаная. И у нее здесь кармашек, сзади кармашек. И еще здесь вот внутри тоже есть кармашек. Плохо, конечно, видно. Вот такие вот две лямки. Плюс еще вот одна большая, чтобы через плечо. Ну, вот так вот она смотрится. Пока я кормила малышку и выгружала вам видео, мой муж занялся и сделал равиоли. Снова же с нашей пастой-машиной, все вручную. Начинка была из цукини и кедровых орешек. Также у нас присутствовал потом, ну, две помидорки и бекон. Было очень даже вкусно. Дальше. Мне сегодня пришла посылка. Я заказала наконец-то такую вот штуку, это увлажнитель воздуха. Вот. Увлажнитель воздуха для малышки, потому что, ну, говорят, вот, что очень хорошо для детей, что нужно увлажнять воздух. Я его почему сразу не заказала, потому что у нас была на самом деле повышенная влажность везде. Но сейчас это из-за конденсации, потому что было холодно на улице, у нас тепло, и когда конденсация, везде собиралась вода. Сейчас же именно вот в двух комнатах в салоне и в ее комнате больше чувствуется, что сухость. И я решила все-таки заказать. И я заказала такой симпатичный. Сейчас открою, я его даже не открывала, то есть симпатично выглядела в интернете, когда я его заказывала. Он такой, что меняется свет, даже можно делать вот арома всякие терапии, туда масло закапывать. И эта штука, она в виде капельки. Ну, вот как он выглядит. Вот это вот снимается, сюда наливается вода. Здесь еще вот так вот открывается, можно масло ароматическое. И сюда воду. Вот так вот закрывается. Вот этот увлажнитель воздуха. Ну, что сказать, пока вот пользуемся, вроде бы неплохо. Приятная такая штучка. Советовать мне немножко страшно, потому что надо в этом разбираться. И, не знаю, это мой первый увлажнитель воздуха. Приятно, что меняет цвета, но не настолько ярко, как лампа. То есть совсем блеклый такой свет, но все равно приятно. И выходит пар. А, единственный минус, что все-таки его слышно. И его не оставишь на ночь так, чтобы целую ночь он там увлажнял. То есть мы всегда обычно увлажняем перед тем, как ложиться спать.
Вот, но, к счастью, у нас не такой сухой воздух. У нас нормальная как бы влажность. Мы его просто включаем, чтобы у малышки потом, там, не знаю, соперки не появлялись. И да, кстати, я поставила картинку, чтобы вам было видно, как выделяется пар. Всем привет! Сегодня 14 февраля, день Святого Валентина. И мы только пришли из ресторана. Хотела вам показать, как я сегодня была одета. Если помните, я еще летом купила на скидках платье, я была беременна, сказала, что по идее, когда живота не будет, что оно будет длиннее, но оказалось даже сейчас очень коротким. И ношу его с очень плотными колготками, чуть ли не леггинсами, потому что по-другому вообще никак. Как бы оно мне очень нравится, мне нравится силуэт, что оно такое простое в носке все, но, конечно же, смотрите, какое оно короткое. И то я сейчас снимаю сверху вниз, как-то нормально, но в общем-то, очень она короткая. Я брала вот эту вот сумку с собой. Так что вот так вот я сегодня выглядела. Было здорово, мы ходили в наш один из любимых французских ресторанчиков. Мы с мужем просто обожаем это место, потому что это необыкновенный ресторан. Он на воде, как некая бухта. Сам ресторан выдержан в стиле Прованс плюс морской такой. Даже видите, там висят такие вот весла. И как некий такой шатер с подогревом. Сейчас, конечно, это я снимала в другой день, когда не было людей. Мы довольно часто там бываем, поэтому нас уже знают. Всегда дают хороший столик, где есть место для коляски, сюсюкаются с нашей малышкой. И там просто обалденно вкусно готовят. Причем как соленые блюда, так и десерты. Мы часто там, по воскресеньям приходим, например, просто поесть какого-нибудь тортика. Ну а в День Святого Валентина они, конечно, устроили прям такое пиршество, там столько всего было. Ну и в День Любви, конечно же, каждому полагалась роза. Для женщин это было розового цвета, мужчинам же оранжевая. Всем привет! Решила с вами тут поделиться тем, что мне пришло по почте. Меня спрашивали насчет прикорма. Да, нам еще немножко далековато до этого, но я решила, что надо потихоньку подготавливаться. Моя акушерка, когда ко мне приходила, посоветовала мне заказать вот такие вот брошюрки. Стоит 2,51, и я заказала вот это вот до года еда для детей, а это от года. Итак, здесь, как видите, или до 6, да, нет, до года. И здесь как раз объясняется, чем хорошо материнское молоко, что в нем и так далее, и тому подобное, как надо питаться, чтобы у вас было хорошее молоко. Могу похвастаться, что, к счастью, у меня обычно очень часто после беременности, после родов, вернее, у вас там выпадают волосы сильно, что-то начинают ногти ломаться и тому подобное, нехватка кальция. У меня, к счастью, все это миновало. И я думаю, что все-таки, скорее всего, это питание. То, что я хорошо питаюсь, я не принимаю никакие дополнительные витамины, кроме железа, потому что у меня всегда анемия железа. И здесь как раз показывается, какой прикорм, почему, когда и как готовить. Может, не знаю, может когда-нибудь, когда дело дойдет до этого, я вам и сделаю отдельное видео, кому интересно. И АИД это, как на русском назвать, я найду где-нибудь, наверное, здесь подпишу. Очередная прогулка с малышкой. В этот раз я пошла на другую сторону Майна. Мы обычно гуляем вон на той стороне, где все музеи. А здесь уже вот идут как раз этот вид, где вы видите все эти небоскребы. Там вдали виднеется круизный лайнер, их довольно часто и много сюда приезжает. Знаменитые эти платановые аллеи, которым всем нравится, и мне тоже, кстати, недавно им подрезали верхушки, чтобы они именно росли вот прям такой короной. А мы с вами продвинемся сейчас вон на тот мостик. А на мосту здесь часто бывают всякие туристы, делают фотографии, но сейчас, конечно же, и погода не та, и днем мало кто бывает. Виднеется музей искусства.
Я вот выжидаю, видите, там скоро будет у них новая выставка «Ренессанс». А мы с малышкой как раз сюда пришли. У них есть некий такой двор, где мы время от времени гуляем. И вот такая вот инсталляция. Как видите, это некие бусы такие. И когда сильный ветер, то они тогда стучат об металл. И такой вот очень интересный создают звук. На такой весенней ноте я заканчиваю свое видео. Надеюсь, что оно вам понравилось. Если да, то ставьте пальчики вверх. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. И говорю вам до следующих встреч в новых видео. Всех целую. Всем пока.